Всем привет! Снова мы на природе с Андреем. И сегодня поговорим про особый вид медитации, про доску садху. Вот, мы решили сделать небольшой квест и побегать по лесу, и сделать небольшой эксперимент. Мы постоим небольшое время на доске и почувствуем эффект тонизирующий от этой доски. Когда мы почувствуем легкое тепло и взбодрение, нам будет легче бежать. Но после большой пробежки мы уже будем стоять дольше. Попробуем, Ильдар? Да, давай попробуем. Тогда ты первый, я второй. Хорошо. Я встану на доску садху и поделюсь ощущениями. Перед бегом лучше постоять одну минуту. Загонять. Вот с этого момента попадаю. Вот. Чтобы почувствовать только бодрость легкую и уже потом бежать. Потому что если долго будете стоять, то бежать уже будет сложнее. Ну что ж, вообще, конечно, желательно вставать совместно с помощником, но можно и вот так вот, оперевшись на землю. И дышим. Ну и все. И уже можно. Ох, хорошо. Ох, прям бодрость. Прям сейчас уже можно бежать и отлично наполниться энергией дальше. Ну что ж, путь. Ну что ж, теперь моя очередь. Я буду стоять в носках. Я не такой смелый, в отличие от Ильдара. Скажу тоже, какие у меня будут ощущения. Мне приятно на них стоять. Они не такие острые, они близко друг к другу. Я сразу чувствую тепло, которое идет по ногам. И спокойствие. Ну что ж, одеваю кроссовки и побежал. Фу, хорошо, да? Прям побегали. Ну что ж, сейчас я встану на доску садху более надолго. Попробую простоять минут 20 и уже поделиться ощущениями. Так. Хопа. 20 minutes later. О, вот. Такое спокойствие поймал, вообще класс. Теперь, может, я встану? Да, давай, Андрей, теперь ты. Сильно отличается ощущение от того, как сначала стоял? Да, конечно. Когда долго стоишь, там уже очень большие открываются разные ощущения. Очень больно сначала. Кстати, я заметил, после бега, когда уже встаешь на гвозди, в самом начале не чувствуется боли так, как первый раз встал. Больше похоже уже на массаж. И вот я стою уже третью минуту, уже четвертая идет. Уже такая легкость по организму идет.
такое ощущение, как будто ты находишь себя. Ну что ж, спасибо за внимание. На сегодня, я думаю, мы хорошо размялись. И следующий квест будет у нас про холодное озеро.